Друзья, всем привет! Рассказываю вам историю. Вот коробка перед вами еще не распечатанная. Вместе будем сейчас распечатывать ее. Смотреть, что там пришло. Так вот, рассказываю вам историю. Был я недавно в магазине Samsung Galaxy. Samsung в магазине. Смотрел всю линейку. Зашел я туда ради одного. Это посмотреть новый ноут. Ну и вот там мне оказалось. Ну, думаю, дай заодно посмотрю линейку серии А. И вот на самом деле увидел я Galaxy A40, знаете, подумал, что надо бы его заказать. А почему? Да потому что он оказался довольно-таки компактным устройством, маленький такой, очень приятный и с отличным дисплеем. Собственно, я даже задумался, может быть, оставить его себе в личное пользование, себе приобрести. Ну и вот, собственно, он перед вами. Вот его характеристики. Сейчас будем распаковывать. Итак, что мы имеем? Процессор 8-ядерный, экран 5,9 дюймов. Очень-очень тоненькие рамочки должны быть, каплевидный вырез сверху, как обычно, и маленький отступ снизу, это должно порадовать. Что еще хочу уточнить, что это Super AMOLED матрица и то, что это Full HD+. То есть для такой маленькой матрицы размером вот почти 6 дюймов с Full HD+, это очень хорошее разрешение. С A50, если сравнить, то тут, сколько у нас тут диагональ, давайте посмотрим. А то я подзабыл. Экран 6,4 дюйма. 6,4 дюйма, разрешение то же самое. Здесь разрешение то же самое, но вот как раз диагональ гораздо меньше. И еще сравним их сейчас. Так, фронтальная камера 25 мегапикселей, апертура 2.0, f2.0, очень неплохо, кстати, для фронталки. Основные камеры у нас две. Одна камера 16 мегапикселей, вторая 5 мегапикселей, это широкоугольная. Снизу будет 16 мегапикселей, сверху будет ширик. И апертура у нас 1.7 на основную камеру и 2.2 на широкоугольную. С возможностью видеозаписи на широкий угол. Это очень хорошо. Что еще из плюшек таких? Это 4 гигабайта оперативной памяти и 64 уже встроенных. Интересно, какой здесь слот. Сейчас посмотрим. На 2 сим-карты и карту памяти одновременно. Либо он будет комбинированный. Что меня еще смущает, это 3100 мАч батарея. Ну, достаточно небольшая. Хотелось бы видеть побольше, но, наверное, скорее всего, благодаря этому он такой тоненький, изящный, очень удобный смартфон в удержании. Так, ну что, больше здесь смотреть нечего. Как видите, стоит пломба. Давайте поближе вам ее продемонстрирую, что она не перерезанная. Доставка очень быстрая. Заказывал в интернет-магазине, естественно, в интернет-магазине, потому что в том магазине, где я смотрел, да, в принципе, везде, куда бы вы ни пошли, он стоит примерно около 18 тысяч рублей. Там 17 990. Я же купил меньше 15 тысяч рублей, так что ссылки в описании, переходите, пользуйтесь. Кому интересно, где я купил и сколько он сейчас стоит, опять-таки прикреплю под этим видео. Пользуйтесь. Ну и давайте коробочки еще раз сравним. А50 и А40. Смотрите, как габариты даже по коробкам видны. Кому интересно. Ну и еще разок сзади. А так, в принципе, практически одинаково. Принт только разный. Собственно, и все. Давайте смотреть. Ну еще сравним вот диагональ 5,5, мой основной смартфон. Это Redmi 7A. Вот будет интересно, каким он будет размером. Точно таким же, наверное, скорее всего. А вот диагональ как раз таки здесь 5,5, а здесь побольше. Вот посмотрим, как можно впихнуть побольше диагональ в тот же самый корпус. Если, конечно, он является таковым. Все, перерезаем. И главное себя не порезать. А то уж больно страшный нож. Кстати, у меня есть рубрика «Ножи», переходите, смотрите, есть довольно-таки популярное видео про ножи, моя коллекция. Думаю, будет интересно. Перейдите на канал, подпишитесь и посмотрите. Смотрите, там есть конвертик такой. Ну, там, походу, одна документация, больше ничего интересного. Может быть, скрепочка там. Так, ну вот так это все выглядит. Две бумажки, хотя бы пленочку положили. К сожалению, ни пленки, ни чехла в комплекте нет. За это я их не похвалю. Телефончик лежит вот так вот аккуратненько, есть язычок, за который тянуть. Тут перечислены главные его достоинства, которыми они хвалятся. Компактный размер, безграничный экран, двойная AI-камера, искусственный интеллект. Ну, как видите, сюда аккумулятор не приписали. Видимо, гордиться нечем, скорее всего. И, наконец, мой должен быть черного цвета. Да, таким, знаете, переливом. Как это сказать? Нефтяным. И с черным цветом идет черная комплектация, то есть черная зарядка. А, да, зарядка быстрая. Вот ее характеристики. Кому надо, поставьте на паузу.
почитайте. Быстрая зарядка в комплекте. Это должно вас определенно порадовать. Это у нас что? Это у нас гарнитура черного цвета. На первое время сойдет. Пластиковая, естественно. Type-C. Это очень хорошо для быстрой передачи данных. Плюс ко всему, удобно пользоваться в темноте, если на зарядку поставить, гораздо проще, чем microUSB. Напомню, что аппарат дешевый, аппарат все-таки считается бюджетником. Ну и SIM-тул, который мы, собственно, проверим, лоток. Давайте же открывать его. Для многих интересный момент. Ох, красавчик какой, вы посмотрите, как он переливается. Это, наверное, для нефтяных магнатов каких-то. Очень компактный, легкий, маленький, супер. Ну-ка, давайте сразу его сравним с моим телефончиком. Смотрите, одно и то же. Я бы даже сказал, что Samsung по высоте меньше, определенно. По ширине, ну, то же самое. Вот так, друзья, можно уместить компактный корпус, больше диагональ, ну и вблизи. Две камеры снизу, основная камера глазок, сверху 5-мегапиксельная камера. Здесь сканер отпечатку пальцев, который мы должны проверить, фотоспышка, Type-C, здесь микрофон плюс динамик с правой стороны, отверстие под наушники снизу расположено, очень мне это нравится, отверстие шумоподавления при видеозаписи и разговоре. Каплевидный вырез, кнопки управления с правой стороны, это качель громкости и кнопка включения и выключения. По левой стороне у нас лоток под SIM, который мы сейчас посмотрим, какой-то он такой широкий. Ну-ка, да, как-то непривычно это все дело выглядит, смотрите. Ну-ка, отлично. Одновременно две SIM-карты я поставлю и карту памяти со своей музыкой. Это очень меня радует. Запускаем. Давайте запускать. Заодно я достану Galaxy A50, и мы сейчас их тоже сравним. Думаю, будет интересно. Вы только посмотрите на эти тоненькие-тоненькие рамочки. Безрамочность здесь просто суперская. Маленький, абсолютно маленький отступ. Борода еще так называет ее. Очень маленькая. Сейчас сравним с Galaxy A50. Иди-ка сюда, вылазь. Тут уже смотрите, какая лопата. Вот вам для сравнения. Как они вместе смотрятся, смотрите, вот так, под углом даже, наверное, все-таки стоит подержать. Настолько он компактный, что по ширине, что по высоте. Ссылки в описании будут на Galaxy A50, также я где его покупал, можете посмотреть. Стоит включить его также. Выбираем русский язык, окей. Так. Ну тут давайте я на паузу поставлю, потом продолжим. Готово! На первый взгляд, шикарная Super AMOLED матрица. Меня интересуют настройки, меня интересует дисплей и яркость. Убираем адаптивную яркость сразу и на полную, вот так. Окей, прекрасно. Что у нас тут? Ночной режим есть, естественно. Смотрите, как выглядит рабочий стол. А теперь вот смотрите, сравним. Так, может быть, у настройки пройти, тогда будет видно. Так, отступы снизу, насколько отступ на Galaxy A40 меньше, чем на A50. Я думаю, хорошо заметно, да? А вот по краям я бы сказал, что отступы одинаковые. Каплевидный вырез также одинаковый, все так же выглядит. Но в руке лежит просто бомбически. Очень приятный смартфон. Теперь давайте его еще рассмотрим сзади, как он ляпается. Он пластиковый, конечно же, черного цвета будет заляпываться. Смотрите, вот они уже отпечатки пальцев. Так что чехол вам я, конечно же, рекомендую. Super AMOLED и там Super AMOLED. Я смотрю, что в принципе, как бы на Galaxy A50 также шикарный дисплей. Ну, надо будет посмотреть, как это в YouTube на маленьких превьюшках и на видео отображается. Думаю, все-таки здесь четкость картинки должна быть немножко, но получше. Искал маленький компактный смартфон по типу, вот у меня iPhone, да, я его сейчас не ношу, 10S. Знаете, он примерно как iPhone XS. Залезем в камеру и посмотрим, что мы имеем. Первое, сразу меняем на 16 на 9. Далее идем в настройки, посмотрим, что у нас там имеется. С
есть размер видео Full HD. Так, да, только Full HD. И к тому же, я думаю, 30 кадров. Скорее всего, 30 кадров. 60 кадров здесь не будет, думаю, за такую цену. Это у нас основная камера. И фронтальная Full HD снимает. Ну, в принципе, неплохо. Так, ух, какая хорошая фокусировка. Ну-ка. Смотрим. Так. Ну, смотрите сами. Достойно. Очень достойно. Хорошая фотография получилась. Смотрите, покрывало видно. Очень даже неплохая камера для такой цены. Шикарно смотрится. Рамка в цвет. Весь абсолютно пластиковый. Честно говоря, расстроен, что в основном сейчас все смартфоны пластиковые идут. Раньше было на металле. Блин, раньше были хорошие времена. Сейчас вот лепят вот эти дешевые корпуса. Они красивые, но реально дешевые. Выглядят как игрушки детские. Но красивые, да. С этим я соглашусь. Смотрите, какой перелив. Необычный. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!